Intel и Toshiba представляют. Давление в норме. Сердце, легкие, почки тоже в порядке. Вопросы? Со мной что-то не так? Да, у вас повышенный холестерин. Завтра не будет. Если вы не измените свой рацион, однажды утром вы проснетесь и не узнаете себя в зеркале. И все так. Прошлой ночью мне удалось пробраться на стадион Доджеров. Я десятки раз до этого пробовал, но всегда попадался. Отделывался предупреждениями. А вчера у меня получилось. Залез и вырезал свои инициалы на стене. А потом съел хот-дог, сидя в центре поля. Вот и все от меня. У меня в запасе не так много времени. Таким образом, длительные отношения исключены. So yeah, this is one of my favorite pieces actually in the store. It collapses, which is really interesting. It has a handle right here, so it's portable. Yeah, so you can actually carry it, you know, as they would, you know, traveling musicians in the day, I suppose. But что довольно забавная деталь. Как вы видите, все отделано дубом. Ручная работа. Начало 19 века. Большая редкость. И еще, если вы нажмете на педаль, то увидите, что все работает. Да, это особенная вещь. Я сейчас к вам подойду. Зовите, если возникнут вопросы. Давайте начнем с этих. Не знаю, знакомы ли вам такого рода печи, но... Шведские. Шведские? Да. Очень хорошие. У вас есть и ранние, и поздние? Есть. Я слишком много спрашиваю? Нет, я с радостью вам покажу. У нас есть несколько. Да, очень красиво. И это так завораживает, что чей-то старый стол стоит здесь как новый. Иногда я думаю, что мы все это покупаем, чтобы пожить жизнью другого человека. С нами эти вещи обретают новую жизнь. Людские прикосновения... Думаю, это лучше, чем простая полировка. Думаю, этот был сделан во время Великого Голода. Золота было мало. Здесь, скорее всего, немного серебра. Видите? Меня зовут Лия, кстати. Очень приятно. Как вы стали заниматься антиквариатом? Это долгая история. У каждого путешествия есть своя тайная цель, о которой не знает и сам путешественник. Бубер? Это Мартин Бубер, простите, просто я его читаю. Никогда не слышал. Ясно. Неудивительно. Философы сейчас не особо в цене, так что... Все зависит от человека. Схожу, принесу вам свою визитку. Я сейчас. Я бывал здесь сотни раз. Как я мог не заметить? Автор перевода Люмос. Озвучено Dream Records. Текст читали Алексей Фокин и Светлана Чистохина. Монтаж и сведение звука Алексей Фокин.